Весна в свои права в автономии вступит не скоро. По прогнозам синоптиков, февраль обещает принести на территорию области холодные ветра и обильные осадки в третьей декаде месяца. Ночная температура будет колебаться от минус 18 до 30 градусов мороза. В светлое время суток воздух прогреется до нулевой отметки. Сотрудники МЧС предупреждают жителей региона о возможности возникновения дорожно-транспортных происшествий на трассах и магистралях региона. Также необходимо соблюдать меры безопасности на водоемах. Сохраняется риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с гибелью людей. Основными причинами ДТП могут стать нарушение правил дорожного движения, неудовлетворительное состояние дорожного полотна, а также неблагоприятные погодные условия. Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий локального характера на водных объектах в связи с провалом людей и техники под лед.